Смотри, думай, анализируй. В эфире программа «Точка зрения». Мы начинаем. Подготовка к Всебелорусскому народному собранию как повод для большого разговора о том, что имеем и как планируем развиваться дальше. Какие идеи собраны во время общественных обсуждений в последние несколько месяцев и что зависит от каждого из нас в будущем страны и региона? Об этом мы не только говорим в ближайшие 40 минут. Итак, гости программы. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва Ирина Довгала. Ирина Викторовна, добрый день. Добрый день. Заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Гумсельмаш» Александр Конопатский. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Генеральный директор буровой компании «Дельта» Николай Чернышей. Николай Васильевич, спасибо, что приехали. Здравствуйте. А также старший преподаватель кафедры общей физики Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, победитель 9-го сезона республиканского проекта «100 идей для Белоруссии» Алексей Зайцев. Здравствуйте. Начиная со второй половины прошлого года в стране идет активное обсуждение курса развития государства. И в небольших населенных пунктах, и в столице прошли сотни диалоговых площадок. Кто участвовал? Поделитесь впечатлениями от дискуссии. Ирина Викторовна. Наверное, все участвовали. Мне кажется, что вообще сегодня это достаточно яркая форма для того, чтобы услышать и не просто услышать, а понять, что волнует людей, что их беспокоит и что нужно сделать для того, чтобы было лучше. И самое интересное, что ни в коем случае не ограничивались какой-то одной отдельно взятой темой. Все эти предложения, которые высказывались, они не исчезают. Все предложения аккумулируются и, соответственно, найдут, может быть, не все, конечно, но найдут свое применение. То ли в изменении законодательства, то ли в изменении Конституции, или просто в жизни. Алексей, видел вас на кадрах на экране. Вам удалось поучаствовать в областной диалоговой площадке в качестве зрителя, либо все-таки и свою позицию, свою точку зрения удалось высказать? Мне довелось высказать свою точку зрения. На областной диалоговой площадке я выступал в качестве уже спикера. И вопрос, который я поднимал, это вопрос, он касается не только меня, но и каждого гражданина нашей страны. Вопрос об обращении с государственной символикой. Как мы увидели, что некоторые безответственные люди, которые как хулиганство какое-то, как мелкое такое преступление, могли позволить себе обратиться плохо с государственными символами нашей страны. И тем самым своим поведением они не совершали только какое-то хулиганство, а они оскорбляли народ нашей страны. И это было очень важно поднять, осветить эту тему и получить какую-то оценку, критерии уже от управления города. И также, чтобы этот вопрос поднялся на республиканском уровне. И еще вот много раз слышал, что важно, говоря про этот формат общения, это настрой на конструктив. Если говоришь, это сделано не так, расскажи как. Наверное, более чем важно не просто говорить о том, что все плохо, а что хорошо. И мало этого, надо еще понимать, а что лично ты сделал для того, чтобы было лучше. Моя мама говорила, языком болтать, не мешки таскать. Отец говорил немножко иначе, по-деревенски, более грубо, но более понятно, да, более понятно. Но основная масса понимает, как говорил мой отец. Но это было ярко. Понимаете, в чем дело? Ведь те желающие, которые поговорить их, ну, я, например, в своей практике встречаю. Но это, как правило, неудачники. Неудачники в своей жизни, люди, которые не нашли свое место. Люди, которые заняты реальным делом, их не так уж мало. Их основная масса людей заняты реальным делом. Прямо сейчас предлагаю посмотреть точку зрения в тему разговора председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича. Внимание на экран. Диалоговые площадки – это возможность сейчас по всей стране
поднять актуальные проблемы и решить их в дальнейшем, потому что есть запрос такой в обществе. Он чувствовался еще во время президентской кампании, я объехал всю страну, чувствовал его. И сейчас вот это должно быть логической возможностью что-то в стране изменить. Потому что если ты жгешь покрышки на улице, если ты, значит, ложишь на рельсы вот эти железяки, которые могут перекрыть потом поезд, это никак изменения в стране не приблизит. Значит, если ты говоришь, что надо бастовать, если надо остановить предприятие, это может привести только к нищете, значит, к падению заработка, к росту преступности. Это сразу растет преступность, как только экономика падает, растет преступность, грабежи, разбои. Мы про это уже забыли, и многие наши оппоненты забывают про это, про то, что мы прошли, а я это помню прекрасно. Я много лет отдал работе в правоохранительных органах. Я помню, что такое, когда детей страшно на улицу отпускать, когда орудовали действительно авторитеты криминальные, когда районы были поделены, и Гомельская область не исключение, вы тоже через это все прошли в свое время. Поэтому где хоть одна в мире нищая демократическая страна? Ни одной нищей демократической страны не бывает. В Африке самое нищее государство, и нету там никакой демократии, и никогда ее не будет. Второй момент. Мы должны все, что мы сейчас делаем по работе, над работой, над изменениями в стране, мы должны делать только для себя. Вот это второй момент. Я никогда не думал, что пройдя развал СССР, мы опять, кто-то с политиков будет говорить о том, что Запад нам поможет. Ну как? Второй раз уже. Как можно поверить дважды? Ведь когда развалился СССР, ладно, молодежь не помнит, нам тоже говорили, что Запад поможет, они переживают о нашей демократии, они так переживают, как в Беларуси и России, и, значит, в Казахстане живут, вот не спят ночами. То есть американский сенатор утром просыпается, идет к окну, берет чашку кофе, выпивает, смотрит в окно и говорит: «Господи, как же живут там белорусы, как помочь? Я так сильно переживаю», глядя на улицу Нью-Йорка. Да всем плевать, все думают только о себе. Американцы думают о американцах, поляки думают о поляках, литовцы думают о литовцах. Это сказки. А мы опять верим. И верит кто-то политикам, который сейчас сидит в Польше, Литве, и говорит: сейчас революция победит, миллионы долларов план Маршалла. Какие миллионы? Ну и как можно верить, когда Украина уже сколько с 14 года ждет? Где миллионы? Их нету. Ни копейки. Ничего нет. Где в Киргизии деньги? Где в Армении деньги? Где в Грузии деньги? Уберите у Грузии море и посмотрите на успех революции грузинской, который там был. Покажите хоть один успешный проект мирной революции на территории постсоветского пространства, приведший к успеху. Поляки спрашивают о нас, строить им атомную электростанцию или нет. Мы все время оправдываемся. Вот этот комплекс у нас заложили нам в 80-х годах. Михаил Сергеевич Горбачев заложил, что мы должны оправдываться постоянно. Поляки приняли решение строить АЭС и будут строить ее. Им все равно наше мнение, и нам должно быть все равно. И Литве все равно на наше мнение. Они поставили нам могильник на границе с Беларусью. И не спрашивали нас, когда туда складывали свои радиоактивные отходы. А мы должны оправдываться за свою атомную электростанцию, рассказывать, значит, и им объяснять что-то. Ничего не надо объяснять. С сильными всегда говорят, со слабыми говорят, но никогда не учитывают их мнение. И действительно наивно полагать, мне кажется, все меньше белорусов остается, которые в это верят. Зарубежный интерес так называемых экспертов, желающих помочь, уж точно не от большой любви к простым белорусам. Так не надо уже далеко ходить. Здесь уже, по-моему, все совершенно ясно и очевидно. Последнее событие в Соединенных Штатах, Вашингтон показал себя во всей красе. Великие демократы, те, кто всю жизнь считал своим долгом показать, что то или иное государство не демократичное. Простите, а судьи кто? Вот вам, пожалуйста. Я далеко не случайно тут буквально недавно смеялась о том, что вашим маслом по вашим губам. Вот это их методы обернулись против них самих. Еще вопрос, чем это все завершится? Николай Васильевич. Мы упустили или упускаем молодежь. Мы каким-то образом слишком много, большое внимание уделили БРСМ. И думали, что все вопросы решены. Однако нет, ничего подобного. На сегодняшний день с молодежью нужно работать. И я не понимаю, как получилось, что основная масса молодежи осталась без службы в советской армии, то есть в белорусской армии. И я знаю, что были времена, если парень не служил в армии, девушки замуж за него шли. Значит, он
какой-то не такой, значит, он ни на что не способен. Надо это дело возродить. Может быть, нет необходимости иметь такую огромную армию. Может быть, стройбат или железнодорожные войска нужно увеличить, потому что мужики должны пройти эту школу жизни. Это мое мнение. Александр Николаевич, осень 2019-го, как понимаю, вам и коллегам хорошо показала заботу зарубежных советчиков. К чему призывали уличные дипломаты? Я бы сказал, не осень, а именно август, конец лета прошлого уже года, 2020 года. Буквально 11-12 августа у проходных нашего предприятия, нашего холдинга. И не только вашего предприятия, только нашего, но, да, чтобы это было понятно, это касалось крупнейших фабрик и заводов. Пошла волна массированная атака, по-другому это не назовешь, всех крупных предприятий. То есть с раскладом на то, что крупнейшие предприятия, такие как Гумсельмаш, МАЗ, тракторный завод, БелАЗ, конечно, это основа экономики, это наши бренды. Это предприятия, на которых работают тысячи людей. Поэтому 11 августа мы увидели у наших предприятий скопление людей. Поначалу это была малоорганизованная группа неизвестных нам людей. Сразу отвечая, быть может, на возможный вопрос и забегая вперед, скажу, что в этой группе людей работников холдинга «Гумсельмаш» не было. Больше скажу, там даже не жители Сельмашевского микрорайона, и в частности даже большинство из них не жители города Гомеля. Допустим, там были белорусы, искренне переживающие за судьбу Гумсельмаша, и все, кто имеет отношение, а это тысячи людей, потому что речь не только о сотрудниках, но и их семьях, зарплаты и так далее. Ведь все прикрывалось словом «диалог». К диалогу вот эти гости у проходной были ли готовы? Гости у проходной, или их можно назвать, наверное, уличные дипломаты, больше подходит. Какие были призывы? Ведь акцент делался на то, что в момент, когда наши люди даже не входят на территорию предприятия, а выходят с него после трудовой смены, это порядка 6-6,5 тысяч человек, явочная численность, призывали какие действия совершить? Остановить производство. И это в год, когда Гумсельмаш отмечает 90-летие, когда мы практически к 10 месяцам видели выполнение всех показателей, запланированных бизнес-планом, когда средняя заработная плата на предприятии у простого рабочего более 1600 белорусских рублей, средняя по предприятию в районе 1200. И в этот момент предлагается людям остановить производство и бросить все, естественно, не договаривая вторую часть. А какие будут последствия лично для работника и, конечно же, родственников, и так далее. Какие давайте несколько примеров в тему. Вот проект остановки крупного предприятия хотя бы на день. Чем мог обернуться Гумсельмашу? Александр, даже не буду называть цифры, дабы не шокировать наших зрителей. Сколько будет обходиться бюджету, лично нашему внутреннему бюджету и как следствие бюджету района, города, области, как валообразующего предприятия. Но я скажу так, что один день простоя нашего конвейера, среднесуточный темп порядка 10 зерноуборочных машин, то есть все должны понимать, что такое производство? Сбой на одном этапе влечет остановку на другом. Невыполнение графика влечет остановку отгрузки. А, как правило, именно в тот период, да и сегодня, в общем-то, работаем, склад пустой, отгружать нечего. Мы работаем с колес. Это в направлении того, как сегодня загружено производство и о чем вообще идет речь. То есть потери колоссальные. Это как имиджевые, так и экономические. Как и потом речь восстановить? Действительно не о потерях одного дня. Это абсолютно. Восстановить потом связи. Есть большие риски потерять вообще определенные рынки. Абсолютно. Ведь кого интересует, там, я не знаю, в любом государстве, есть у вас проблемы, нет. Я хочу комбайн. Вы не поставите, Ирина Викторовна найдет все, чтобы занять эту нишу. Нет, верно? Конечно. Тут давайте смотреть правде в глаза. Великие вот эти, простите, борцы за справедливость, которые якобы хотят построить новую Беларусь, все, кто призывал не только в те дни, но и сейчас, кстати говоря, до сих пор гордятся чуть ли не каждым человеком, который себя тут объявляет, как говорят, я тут за забастовку, ура, вперед. Давайте смотреть реалиям в глаза. Что на сегодняшний день? Первично, так или иначе, на сегодняшний день это экономика. Любое предприятие, Сельмаш, вот то как раз таки, о чем говорит замгенерального Сельмаша, это как раз таки речь идет о том, что все то, что строилось, не то, что неделями, месяцами, годами, это имидж предприятия, его экономическая составляющая, социальный пакет для работников и все те контракты и их условия с теми субъектами не только Республики Беларусь, но и далеко за ее пределами. Все это, знаете, вот как домино вы выставите, вы одну фишечку толкнете, и все рухнет тут же. Это система.
Поэтому так, может быть, на главная этом цель и... на это была. Да, вот и расчет. Все. Поэтому никого абсолютно работники завода не интересуют. И ни о каких выплатах речи нет и быть не может. Но сегодня это мы видим, не только по предприятию «Гумсельмаш». И важно, что еще отметить, что сколько диалоговых площадок было открыто, те люди, которые хотели высказать, они пришли, сказали свою точку зрения. Это были представители различных предприятий, компаний, школ, учреждений образования, культуры. А люди, которые выходили покричать на улицу, никто из них не пришел высказать свое мнение. Потому что по факту этого мнения нет. Оно было навязано. Оно было возбуждено телеграм-каналами, различными недосми, которые могли тиражировать различную фейковую информацию. И люди, не сформированным своим каким-то мнением, взглядом на происходящее в стране и вообще нашу экономику, как наша страна живет, могли выйти и просто безрассудно производить какие-то действия. Классная тема в том, вот я на 100% согласна, у нас есть колоссальное количество молодых людей, и постарше, как угодно, реально с нормальной, конструктивной жизненной позицией. Не только мнение, но и ответы на вопрос, а как сделать лучше. Поэтому вот диалоговые площадки было бы вообще замечательно, если бы они шли все в режиме онлайн. Люди, во-первых, бы слышали из первых уст и экспертов, и спикеров, и могли формировать свое мнение. Мало этого, они видели бы постоянно, какие проблемы как раз-таки обсуждаются. Александр Николаевич. Да, Александр, заканчивая такой массивный вопрос в направлении «Гумсельмаша». Так вот, как же все-таки дальше развивались события, я вот и коллегам рассказал бы, и зрителям нашим. Это продолжалось на протяжении где-то 3-4 дней, до тех пор, пока наши работники просто от этого устали. Мы встали, условно говоря, в контрпикет, причем сразу обращая внимание, никто не призывал наших работников. Просто, если простым языком сказать, надоело. Выходя с работы, простому человеку увидеть все то, что происходило. Не работники, которые стоят с надписями «Гумсельмаш, выходи», там одна молодая девушка стояла, там «Выйду замуж за первого бастующего сельмашица», то есть не имеющие отношения к «Гумсельмашу». Нашим людям, которые видели в большинстве своем 90-е годы, когда заработная плата выдавалась посудой, пластиковой, пластмассовой и эмалированными тазиками, которые производились там же в цехе товара народного потребления, призывают остановить производство. Вот это была большая, грубейшая ошибка. И, конечно же, контрпикет простейшим образом... Эта масса была сначала отодвинута от проходных, потом, в общем, в расстоянии практически 100 метров. Интерес потеряли к нашему предприятию, и вот таким образом. Но эти события оставили, конечно же, яркий след. Видео, которое сегодня находится в открытом доступе, до сих пор есть в просторах интернета. И таким же примером последовали все крупнейшие предприятия, понимая значимость крупнейших предприятий. Это бренды. Вы говорите про бренды, благодаря которым знают белорусов и Беларусь. Буровая компания «Дельта» – предприятие, известное, ну, как минимум, во всей Европе. Осенние советчики, пикетчики, как хотите называйте, до вашей проходной доехали? Да, ну, во-первых, будем говорить словами классика, да, не всякая птица долетит до середины Днепра. Причем, когда ходится между Днепром и Сажом, да, и не доехали, не добрались. Но если бы добрались, вы знаете, у нас, я говорю, крепкие мужики, я думаю, что сильно диалога большого не получилось бы, поверьте мне, я точно знаю своих мужиков, это однозначно. Во-вторых, мы работаем по всей России практически, мы работаем в Казахстане, и вы знаете, вся страна, вся Россия переживала за нас, держала кулаки. Я постоянно получал огромное количество звонков, сообщений. Люди волновались, переживали. Все переживали за нашего президента, все переживали за нашу страну. Все однозначно. Я знаю людей, я могу назвать пофамильно, говорили, но неужели единственная страна, которая сохранила социальную направленность, и она сегодня развалится, не может быть, не допустим, не дадим. Мы вас поддержим. Я всегда говорил, не волнуйтесь, мы знаем, что делаем, все будет в порядке. Слава Богу, все обошлось. Вот еще один комментарий в тему. Давайте посмотрим. Почему на улице нельзя ничего решать? Как только в стране один раз решится что-то на улице, будет повторяться каждый год. Почему? Если одним можно, можно и другим. Вот взяла бы, победила, например, когда-нибудь государственный переворот произошел в Беларуси. И власть новая пришла в результате вот этих изменений. Мы через год с Соколом, я тоже хочу. Почему? Я тоже хочу тоже быть президентом. Мы бы с ним тоже на улицу пошли через год. И можно, и нам можно. И так страна ходит по кругу. Поэтому в Киргизии ничего не закончится. И на Украине еще не закончится. И еще один момент по распределению полномочий. Безусловно, для чего мы должны полномочия распределять? Чтобы мы понимали вообще, это процесс не ради процесса.
Мы должны сделать такую конституцию, чтобы кто бы ни стал президентом страны, он не смог заставить Беларусь начинать сначала. Действительно, точка зрения Олега Сергеевича как хороший повод задуматься каждому из нас. И в продолжение озвученной темы о перераспределении полномочий, к примеру, в тройке президент, парламент, правительство. Что по этому поводу, Ирина Викторовна, думают сегодня действующие депутаты? Очень важно и на сегодняшний день очень часто упоминается такое понятие, как правоприменительная практика. На практике было видно, какие полномочия реализует президент, какими полномочиями обладает парламент, соответственно, правительство. Ну, у суда это отдельное, в их иерархию, так скажем, особо никто не проникает, мягко скажем. Но вот этот где-то, подчеркиваю, где-то в каких-то направлениях дисбаланс, вот, наверное, и привел к тому, что есть сегодня необходимость для того, чтобы ряд полномочий были отданы, кстати говоря, даже президент, парламент, правительство, где-то и местным органам власти. То есть на сегодняшний день есть уже определенные наработки и предложения, которые, я думаю, что в тех предложениях, которые уже пойдут в Конституцию, они найдут свое место. Больше полномочий, больше нагрузки. Ваши коллеги-депутаты сегодня готовы к тому, что работы может прибавиться? Конечно. Я вам хочу сказать, что вообще сегодня состав парламента достаточно профессионально подготовленный. И хочу сказать, что вот этот первый год работы в парламенте уже это показал. Простите, наверное, может быть, даже из-за нескромность, но за столь короткий период времени подготовить два кодекса, кодекс об административных правонарушениях, который сегодня так ярко обсуждается и был буквально на днях подписан президентом, да, и процессуальный исполнительный кодекс об административных правонарушениях, за столь короткий период времени даже, я прошу прощения, корифеи парламента, которые работают всю жизнь, секретариат, говорят о том, что мы такого даже не помним. Перспективы усиления полномочий местной власти. Александр Николаевич, вы как депутат горсовета, как считаете? Действительно, наверное, есть, потому что сегодня депутаты местных базового уровня, местные советы, депутаты областного совета депутатов, необходимо пересмотреть или внести некоторые корректировки в действующую систему. В части, вот лично мое мнение, в части наделения депутатов местного совета депутатов некоторыми дополнительными полномочиями дать, но в то же время повысить ответственность. То есть результат и вообще действие должно быть двунаправленное. То есть с одной стороны мы должны позволить депутатам иметь, напрямую скажу, более значимые функции выполнять, но в то же время и спрашивать за работу депутата. 4 года отработал в созыве, необходимо провести четкую, лаконичную и демонстративную отчет о своей деятельности. Я скажу, что проблемы, которые сегодня задают люди, они переходят несколько на иной уровень. То есть лично мое наблюдение как депутата, от житейских сегодняшних проблем люди поднимают вопросы совершенно другого формата. Это экономическое устройство, это политическая система, это партийная система. И предложения разные. Дальше я бы хотел, конечно, остановиться на теме предложений, которые сегодня подаются. Угу. Это отдельное направление. Ну, про это еще поговорим. Да. Кстати, и по сроку полномочий. По сроку полномочий. Надо уже и 5 лет делать срок полномочий. Да. Это хорошо говорит депутатам парламента, они, по крайней мере, за свою деятельность получают заработную плату. Угу. Региональные программы, как правило, делаются так же, как и программы правительства развития, социально-экономического развития страны на 5 лет. Аналогичные программы делаются на территориальном уровне. Это значит, что депутаты местных советов, городского совета, областного, они, получается, не дорабатывают вот как раз-таки вот эту свою местную программу. И на новый срок приходят депутаты, которые как бы дорабатывают, да, я прошу прощения, хвостик вот этой программы предыдущего созыва. Здесь все логично, Александр Николаевич, буквально коротко. Да. Как считаете, вот объективно, все ли из ваших коллег, представители обл, гор, рай, сельсоветов, которые не получают дополнительного дохода за эту деятельность, я уверен, для многих это действительно сейчас будет открытием. Они готовы? Они готовы все, это люди высокопрофессиональные, поэтому в любом случае, но открою, действительно, быть может, для кого-то станет новостью, что депутат местного совета, он занимается неоплачиваемой депутатской деятельностью, никаких дополнительных гарантий и льгот, кроме как отдельных вопросов, связанных с увольнением по основному месту работы, депутат местного совета по большому счету не имеет никаких бесплатных проездов, как у меня иногда спрашивают.
спрашивать там, или еще каких-то дополнительных гарантий. Но любой депутат городского, областного совета депутатов сегодня способен решать все те вопросы, с которыми избиратель к нему обращается. Ну а в части уже срока полномочий действительно есть, наверное, неувязка 4 года, 5 лет. Ну и то, с чего я начал, то есть повышая ответственность, необходимо, наверное, создавать и какие-то условия для, ну, напрямую стимулирования депутатов. И это работы. Нормально. Да. Николай Васильевич. Ну, я прекрасно понимаю, о чем этот разговор. Есть же ведь власть исполнительная, есть законодательная власть. Что касается исполнительной власти, полномочий предостаточно. У них денег нет. И единственный вопрос, который на сегодняшний день в работе исполнительной власти, это отсутствие достаточных средств. Потому что, ну, как ни посмотри, там дорога не сделана, там на все требуются деньги. Вот если бы у исполнительной власти на местах были бы какие-то финансовые рычаги, не то что выделился бюджет, надо освоить копейку в копейку, ни больше, ни меньше. А дальше каждый год надо ходить выбивать, надо договариваться, надо решать вопросы. В общем-то, вопрос финансов, это очень сложный вопрос, потому что на сегодняшний день деньги формируются сверху, спускается вниз постепенно, примерно всем одинаково урониловка. Необходимо, чтобы районная исполнительная власть могла сама зарабатывать или иметь какой-то доход от сдачи, допустим, в аренду, или там какую-то часть налога оставалась на месте от работы действующих предприятий на территории района. И еще буквально коротко в тему разговора о деятельности депутатов парламента. Насколько я понимаю, все-таки основное – это законотворчество. Но, возвращаясь к реальной жизни, думаю, что вы не дадите соврать. Какой в процент обращений вроде «сосед-алкоголик», «ямы на дороге», «асфальт» и так далее? Вы знаете, это стереотип мнения, что депутат парламента – это в первую очередь законотворческое. Конечно, да. Но депутат – это его избирательный округ, это его избиратели, перед которыми он подотчетен в первую очередь. И он им не просто перед ними ответственность несет. Я никогда не опущу перед своими избирателями, во всяком случае даже за первый год своей работы, не опущу стыдливо глаза. Потому что приемы граждан, когда ты идешь во двор и встречаешься с людьми, да, действительно, вопросы абсолютно разные. Мойку строить не там, где надо. Почему не там, где надо? Почему у меня земельный участок стыкуется с межой моего соседа, который неправильно захватил землю? То есть, конечно же, абсолютно разные так обращения. Может быть, этими вопросами к депутату райгорсовета? Вот, кстати, вот эту тему мы очень сейчас активно и не просто применяем на практике для того, чтобы не перепиской заниматься, а у меня уже вот даже есть совершенно замечательный, на мой взгляд, и уже положительный и результативный, главное, опыт, когда мы не перепиской занимаемся и с депутатами, и с местными органами власти, то есть именно со структурами, которые должны решать вопросы. А мы выезжаем на место, берем заявителя и решаем на месте вопрос. Все. Поэтому, конечно же, работа с избирателями в округе – это колоссальное удовольствие и, главное, иметь результат. В общем, эту нагрузку не отдадите? Нет. Всебелорусское народное собрание как форма разработки курса развития страны. Еще одна точка зрения в тему разговора. Внимание на экран. Механизм издревле для славян знаком. Это народная речь, все прекрасно понимают. Это сегодня подчеркивает действие нашей Конституции и направленность на то, что сегодня хозяином страны является народ. И президент, как гарант Конституции защиты каждого гражданина, он этот механизм использует и дает народу высказать через различные слои населения свою точку зрения, без политизации. Медик будет говорить о медицине, сельхозработник будет говорить о своем сельском хозяйстве, не окрашенном в политике. Вот это ценен, это диалоговая площадка этого нашего всего белорусского собрания. Александр Николаевич, подключайтесь. А кто будет представлять интересы многотысячного коллектива «Гумсельмаш» на всебелорусском наши собрании? Наши интересы будет представлять наш генеральный директор Новиков Александр Александрович, который, как никто другой, знает проблемы, с которыми необходимо сегодня разбираться, видит пути их решения. И, конечно же, весь коллектив доверяет нашему генеральному директору. Поэтому по приезду
Будем обсуждать активно все это в коллективах. Ну, а сегодня представлять интересы холдинга на Всебелорусском народном собрании будет генеральный директор. Дополнительно собирали мнение, предложения заводчан? Работа была проведена колоссально. На протяжении порядка полутора месяцев работали информационные группы. То есть до каждого структурного подразделения была доведена информация о том, что есть возможность высказать свое мнение. И сегодня никто из наших работников не скажет, что нет возможности задать вопрос заместителю генерального, председателя профсоюзного комитета, генеральному директору. И предложения поступали. Я в двух словах скажу, что это от политического устройства, от партийной системы до, ну, до таких, можно сказать, в какой-то части ужесточающих, до внесения поправок в уголовный кодекс в части введения уголовной ответственности за фейковую информацию в отношении субъектов экономического хозяйствования. Комсельмаш часто становится и попадает в поле зрения наших, в кавычках, друзей, которые всеми методами пытаются пустить фейковую информацию. А по факту нельзя сказать, что она проходит бесследно. Остается всегда где-то след. То есть даже такие предложения наши работники высказывают. Ирина Викторовна, я знаю, что вы были делегатом предыдущих всебелорусских народных собраний. Едете и в этом году. Вот как считаете, не исчерпал ли себя этот формат, взятый на вооружение в Беларуси еще в начале 90-х? Я думаю, что он не только себя не исчерпал, а он наоборот набирает обороты. Не надо изобретать велосипед, если он изобретен. Его нужно совершенствовать. И самое интересное, что вот у нас прошло 5 всебелорусских собраний, каждое из которых имеет свою особенность. И тогда, в том 1900, представьте, уже в прошлом веке, в 96-м году, когда проходило первое, да, всебелорусское собрание, это тоже были особенные условия. Но если мы еще дальше шаг назад сделаем, то когда был Советский Союз и была коммунистическая партия, это был съезд. Как бы мы ни называли, и как бы сейчас не распались, да, на республики, на другое устройство, да, наши страны, то каждая, по большому счету, из них имеет какой-то свой определенный орган, куда собираются люди всех регионов, всех отраслей, всех специальностей, партий и так далее, где слушают и слышат всех. И как раз-таки принимаются решения, решения, которые будут, должны исполняться. В любом случае, речь про большой разговор о будущем. Алексей, вот вы как представитель молодежи сегодня в студии, как считаете, что действительно могло бы дать толчок развитию государственной и молодежной политики в ближайшие 5 лет? Для меня это очень важный вопрос, так как сам и являюсь новатором и участвовал уже в 100 идеях очень давно, с 2012 года. И всю эту проблематику вопроса, наверное, как молодежи, молодого новатора, я уже изучил полностью. Сначала были проблемы в реализации проекта, подготовка каких-то бизнес-планов, формирование идей, которые могут конкурировать с другими проектами. Но вот в 2018 году я уже попал в финал 100 идей для Беларуси. В 2019 году мы взяли первое место, стали победителями республиканского конкурса. И очень важно, как для молодежи, так и для меня, чтобы молодежные идеи, молодежное новаторство, оно получило поддержку и прямое сопровождение от государственных органов. Может быть, это будет какой-то государственный орган, который будет заниматься только лишь молодежной политикой и продвижением молодежных проектов. Это, может быть, будет структура, которая будет собирать эти идеи как в банк. Банк идей для развития нашей страны. Это будет наш такой инновационный капитал, который мы будем какими-то шагами развивать, внедрять эти проекты. Очень важно для молодого человека сегодня, как и всегда, это быть реализованным, это быть услышанным. Главное, чтобы... Вы про реальную поддержку, реально толковых идей и проектов, тогда и развиваться будет проще. Вот мой вопрос к вам, как к молодому ученому. А что ваши коллеги ждут от государства в ближайшие годы, чтобы и эта сфера очень важная действительно была не забыта? Все мы понимаем, что мнение коллег, оно очень разнообразное, но в одном я могу сказать, что мы сходимся все вместе, это желание и мнение, чтобы наше государство сохраняло социальную ориентированность и в дальнейшем только развивалось. И очень важно для педагогического коллектива сейчас, сегодня, это выстроить работу с молодежью так, чтобы воспитать и создать новые педагогические коллективы и создать то поколение, которое будет ответственно за
сохранность и суверенитета нашей страны, и за развитие и приумножение потенциала и достижений наших белорусов. Уверен, многие зрители сейчас скажут, все упирается в экономику, а когда жить будем лучше? Николай Васильевич, вот возвращаясь снова к примеру вашего предприятия, где, если не ошибаюсь, средняя заработная плата в районе 2000 белорусских рублей. Наверняка ваши подчиненные коллеги, может быть, не вам лично, но в целом не исключаю, что периодически спрашивают, а когда у нас будет еще лучше? И, в принципе, плохого в этом нет. Я думаю, в этом году мы планируем, я уверен в этом, что у нас зарплата будет в пределах 3000 средняя зарплата под предприятие, потому что мы реально видим портфель заказов огромный, в принципе. У нас заказов в этом году, ну, наверное, года на 2-3 вперед. Мы востребованы в «Газпроме». Мы сегодня компания номер один в российском «Газпроме». Мы востребованы в Казахстане. Мы там тоже сегодня компания номер один. Но я же не говорю о родной Беларуси. За несколько десятилетий парень из простой рабочей семьи создал уникальное предприятие. От чего зависит то самое еще лучше, которого, ну, по-хорошему, действительно каждый ждет? Это сложный очень вопрос. Вы понимаете, на создание этого предприятия ушло 30 лет. 30 лет мы все время занимались, в принципе, одним и тем же делом. Мы никогда не торговали, мы никогда не занимались какими-то серыми схемами. Мы всегда чувствовали поддержку государства. В нашей стране, я говорил всегда, везде, говорю, созданы прекрасные условия для ведения бизнеса. Чтоб кто ни говорил. Вы посмотрите, предприятие, которое, в принципе, на сегодняшний день работает на 99% на экспорт. Услуг. Мы зарабатываем большие деньги для родной страны. Но вы не знаете, я не знаю ни одного случая, чтобы была какая-то проверка, чтобы кто-то кошмарил бизнес, чтобы были какие-то созданные условия или прецеденты для... Есть проблемы, которые решаются. В парламенте недавно обсуждались изменения к закону о хозяйственной деятельности. Но вы знаете, как оно произошло обсуждение? Я вообще не понимаю, почему так получилось, чтобы сами предприятия не принимали участие в обсуждении этого изменения, потому что закон-то очень серьезный, потому что у нас сегодня социально ориентированное государство. Но закон о хозяйственной деятельности предприятий взят за основу европейский, зарубежный. Принципы, которые там указаны, они, в общем-то, наверное, может быть, для Европы подойдут, а для нас они не подходят. Я спрашиваю, почему так получилось? Я случайно узнаю, что произошло обсуждение, обсуждался целый год или два этот закон. Мне говорят, а что ж вы не смотрите интернет? Но ведь вопрос-то очень серьезный, я буду его поднимать, потому что, ну, извините, есть вещи, которые называются созданные условия для прекрасного, для развития бизнеса, но нет условий, которые бы закрепляли или гарантировали безопасность предприятия. В этом законе ни слова не сказано. Сложно сейчас судить, может быть, речь идет о том, что это один из этапов обсуждения? Ведь да нет, это закончился, они уже приняли. Приняли. Да. То, что касается алгоритма прохождения закона, может быть, это и не совсем тема сегодняшней программы, но независимо ни от чего, каждый законопроект в обязательном порядке приходит в местные органы власти. И местные органы власти со своими субъектами хозяйственными просто обязаны спросить, а что, а как? А почему еще лучше, я не знал об этом законе? А почему? Еще лучше, я вам рассказываю, можно вообще, вы просто можете напрямую своему, не своему, без разницы депутату написать, что есть такие-то предложения по внесению изменений в законопроект, независимо от... Я написал, и дальше что, стали поздно? Я готова, честно сказать, взять, как это, патронат под свое крыло и работать напрямую, независимо от того, что я не ваш округ. Мало того, что вы обращение граждан забираете от местных органов власти, так еще и оказываете помощь другому депутату. Но действительно, это, конечно, и в тему, и в то же время больше расширяет сегодняшнюю беседу. Еще один вопрос. Мы видим много разговоров относительно бизнеса, да? О чем говорят? Мол, в нашей стране плохие условия для ведения бизнеса. То есть сложно зарегистрироваться, сложно ликвидироваться и замучили проверки. Вот три вопроса, которые обсуждаются. Больше ничего не обсуждается. Но зачем мне? Я один раз зарегистрировался, и все проблемы. Я забыл, что это такое. Я не собираюсь ликвидироваться. А что касается проверок. Но я бы сказал спасибо вам, что отменили проверки. Но если бы это было так. Ведь проверки отменили ежегодные. А раз в 5 лет проверяет полностью весь объем. Одно и то же. Но извините.
Если проверка приезжает ко мне каждый, вот приезжала раньше, что значит проверяющий инспектор, налоговик? Это, конечно же, учли какие-то недостатки, что-то недоработали, выяснили какие-то огрехи, их исправили дальше. Извините, пришли за 5 лет, как нарисовали штраф за 5 лет, извините, с процентами совсем. Мама, не горюй. Ну зачем такая мне такой подход к бизнесу? Ну, может быть, кто-то стесняется, или кто-то боится, или не хочет показать свою деятельность. Ради бога, пусть не показывают. Я говорю, но есть же предприятия, которые желают, чтобы их проверяли ежегодно. Сегодня самая страшная проблема для бизнеса – это отсутствие кадров, нехватка кадров, нехватка механизаторов. Их просто нет. Сегодня девальвировано высшее образование. Вы понимаете, я удивляюсь, сегодня не ценится высшее образование, потому что в нашем городе МИЦО. Чем занимается тот же МИЦО? Да? 52 тысячи выпускников в этом году 11 классов. 52 тысячи. Вузы в этом году приняли сколько? 55 тысяч. Причем 28 тысяч на платной основе, 27 тысяч на бюджет. Да? 55 тысяч выпускников, а где, извините, все будут с высшим образованием в этом году? А где механизаторы, где доярки, где плотники, где каменщики, где сварщики, в конце концов? То есть сегодня даже на зарплату в 2000 белорусских рублей очень сложно найти толкового специалиста? Нет, зарплата специалиста начинается от 5000 белорусских рублей у нас. Сложно очень найти специалиста именно все механизатора. Все начинают искать, где же находится предприятие «Дельта». Ну, читайте, мы же постоянно даем рекламу, постоянно, потому что условия крайне сложные. Думаете, что в Дельте, вот просто пришел за то, что переступил порог, дали тут деньги. Же перечислили тут не дают сумму. Деньги. Там работать нужно, там нужно вкалывать, тут нужно перелететь. Нужно прилететь в Иркутск, с Иркутска добраться до Нерюнги, там поехать потом на 300 километров на вахтовке, пройти карантин, отсидеть в карантине неделю, две, а иногда и месяц приходится сидеть. Деньги зарабатывают. Деньги зарабатывают. Это понятно, никто не спорит. Николай Васильевич, вы оголили действительно много проблем от реализации реальной жизни, и все-таки при этих проблемах и при сложностях вы сумели построить успешное предприятие. Скажите, если прямо сейчас я вас попрошу эксклюзивно раскрыть все раскладки и обозначить вот реальный секрет успеха, как думаете, вот при том, что все под запись это усвоят, завтра, через год, через два, сколько мы получим таких же успешных предприятий? Ни одного. Почему? Понимаете, ведь по приказу или по указке предприятие не создается. Прежде всего, должна быть идея. Если нет идеи, то нечего создавать. Когда есть идея, вокруг идеи собираются люди, единомышленники и создают предприятие. Только в этом случае можно что-то создавать. Просто так приказы. Ну, сказали, создали, дали им по лопате, копаете. Одни копают, другие закапывают. А кто за это будет платить? Понимаете, за продукцию нужно в конечном итоге выпускать продукцию, которую можно реализовать. А по-другому не бывает. Понимаете? Спасибо. Уважаемые гости, время программы постепенно движется к завершению. Я хотел бы обратить внимание на то, что 2021, как вы знаете, обозначено в стране годом народного единства. Вот как считаете, возвращаясь к теме диалоговых площадок и вообще конструктива, то, о чем сегодня говорили в этот неполный эфирный час, может быть, действительно, 21-е – это хороший повод каждому из нас постараться услышать друг друга? Это не просто повод. Это уже бьет набат для того, чтобы не просто слушать и слышать. Вы знаете, я вот сейчас поймала себя на мысли о том, что год народного единства, а в этом году, и тоже это 1941 год, 80 лет начала войны. И, наверное, самый главный результат должен быть – это сохранить мир и сохранить свой суверенитет. Все остальное мы найдем, мы сделаем. Как мне очень понравилось, как сказали – белорусы, миленькие, только не ведитесь. Вот и все. Нужно остановиться и все горячие головы просто остудить и сохранить свою страну. Необходимо все взвесить. Путь, который был пройден, учесть моменты, которые внес нам 20-й год. Он стал тоже полезным в своем роде. Извлечь из него все полезные уроки и выводы. И с любовью относиться к своей стране и к самому себе. И к тому, что мы каждый день в своем ключе делаем. Начиная от доярки, которая идет в 3:30 утра на ферму, и заканчивая высокоинтеллектуальными производствами, связанными с IT-технологиями и так далее. И вот когда вся цепочка будет направлена на созидание, а не на разрушение, то успех он неизбежен.
Спасибо. Относительно IT-технологий, вот мы вложили огромные средства в создание этой отрасли. А где продукция на сегодняшний день IT-технологий? Где продукция этих предприятий? Я, например, очень разочарован, что оказалось, у нас нет ни одного проекта, который бы IT-шники внедрили в нашей стране. Мы работаем на американцев, на немцев, на голландцев, но не на свою страну. Алексей. И я хочу сказать немножко с житейской точки зрения, то, что волнует каждого, наверное, сейчас, чтобы в 2021 году каждый сделал шаг навстречу друг другу, постарался понять друг друга. И если кто-то что-то не понимает, то, может быть, не сердиться на него, войти в его положение, принять его точку зрения, хотя бы постараться выйти на этот диалог, а где-то в чем-то помочь и исправить. По-простому, если говорить, уважать интересы и мнения друг друга. Да. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи.